Ассаламу алейкум, Маки, как у вас дела? Селим Думан, все нормально, у вас как? Все хорошо, ты вчера провел встречу, объяснил нашим новым фигурам, как мы работаем. Отлично, как они вообще восприняли? Вроде все поняли, до этого много работал же с ними. Это дало свои плоды. Думан, главное объясни им, что если я и ДВК придем к власти, у них все будет хорошо. В принципе, что я тебе объясняю, ты же все знаешь. То, что я сейчас плачу вам, будет мелочью по сравнению с тем, что вы получите. Да, Макэп, все это понятно. У нас одна проблема, сотрудники опять начали за нами следить. Боюсь, что в день митинга нас могут просто забрать из дома. Это всегда так было, по старой схеме надо отработать. Хорошо, Макэп, вас понял.